Друзья мои, всех приветствую на канале, всем здравствуйте, у нас денек. Чем мы тут занимаемся? Рисуем? Да. Много нарисовали? Да. Художники? Ой, нарисовали-то сколько всего. Какие получились рисунки, да? Покажи, где Ева рисовала. Здесь рисовала. А где у тебя еще рисуночек? Елочку наряжала. Где твой рисуночек? Это твой рисуночек? Да. Ты елочку наряжала? Да. Да, елочку наряжала, такую вот елочку. А Матвейка что рисовал? О, у Матвейки тут целая планета, да? Да. Какая у него планета большая. Непонятная какая-то, да? Еще что? Еще волны рисовала, да? Да. Где волны? Это Матвейка рисовал. Вот у тебя. Волны рисовала, да? Солнышко рисовала. Да. Молодец. Ну, в общем, заканчиваем, да? С рисованием. Нарисовали много рисунков, в общем. Нарисовались. Художество подсохнут, и мы уберем их в папку, да? В папочку уберем на память. Какие у нас красивые рисунки. Мы так и делаем. Мы рисуем, потом убираем. Да. А потом интересно посмотреть какие-то аппликации. Мама достала здесь фарш. Мама теперь будет делать тесто. И мы будем стряпать. Что будем стряпать? Пельмени? Да. Пельмени будем стряпать? Да. Да. Вот так вот. Ты не марай краски-то. Вот такой еще рисунок Ева нарисовала. Что это у тебя такое получилось? Интересно. Долго-долго рисовала, да? Устала? Да. Устала рисовать. Давай положим его тоже туда к рисункам, к остальным. Давай. И потом папе покажем обязательно, да? Да. Вот так вот. Да. Точечно рисовала, точками такими вот. Вот так вот. Молодец. У нас сегодня морозно, там за окном у нас мороз нарисовал на окне рисунок. Холодно. На улице холодина, а дома у нас красота. Ну вот еще один рисуночек. Вот так. А Евочка что нашла? Кто это у тебя? Хрю-хрю-хрю! Лошадка, да. Лошадка, да, молодец. Она иго-го. Да. Мы думали, они устали. Нет, они не устали. Порисовали, да? И занялись другими делами. Все. Что это у тебя? А, коровка, да. Ищи давай. Давайте. Все. Матвей там передачу смотрит. Как передача-то называется? Или уже мультик? Нет, передача. Интересная, познавательная. Как доктора-то зовут там? Не обманывай. Давай, делай. Мама пошла тесто делать. Пока вы здесь завлекаетесь, я буду тесто делать. Ищи давай. Вот, молодцы. Не надо там придумывать. Котопес у тебя получился, что ли? Ну, котопес у тебя получился. Ну, ты балуешься. Гав? Гав? А как свинка хрюкает? Как свинка-то хрюкает? Хрю, хрю, хрю. А где киса? Мама будет делать тесто, да? Муки насыпали полный тазик, посолили. И кипяточком сейчас зальем. Замешаем тесто. Достали рыбный фарш, достали мясной фарш. А горячая, водичка-то горяченькая. Да. Вот, ложкой надо перемешать. Все, наигралась, к маме прибежала, да? Доча? Да. Играй, играй. Дай. Ну, все. Ну, ты вроде ко мне пришла.
Тебе сразу надо стало то, что ему надо, да? Вот. Не балуйтесь, не ссорьтесь. Так, сюда. Еще мясо куриное достало. Будем супчик варить куриный. Супчик куриный. Папа у нас на работе. Даня в школе. Марина на работе сегодня. Давай, иди сюда ко мне. Смотри, мама делает. Иди собирай свои пазлы. Давай, в контейнерок. Матвейка, дай ей контейнер. Пусть она в контейнер складывает. Вот. Сейчас тесто замешаем. Будем потом пельмени стряпать. Фарш, когда оттает. Попозже. Рыбные пельмешки. Давно собиралась постряпать. Уноси мячичек в комнату, давай. Все. Мама тесто сделала. Все, у меня тут. О, какое у нас тесто хорошее получилось. Мы его разделим. Разделим тестица. И по кулечкам отправим в холодильник. Фарш у нас растает, и мы будем стряпать пельмени. Так, ложечки. Все. Будем мы сейчас с вами пельменями заниматься. Да. Вы готовы? Да. Ну, конечно, готов. Конечно, любим их все. Ну, и не только. Конечно, и холодные. Хорошие вы мои, да? Я улыбки говорю, холодные, любимые. Вы мои хорошие, любимые. И улыбки. Не развязывай фартук. Сейчас будешь сочни делать. Матвейка будет. Я ведь это не то делаю немножко. Я забыла. Мы же будем с вами их вырезать. У нас есть такая вот штука удобная. Да? Да. Сейчас мама тогда вот так раскатает. Ну-ка давай. Кучку тут сделаем. О, смотри. Ну, я сейчас вот так тебе сделаю, чтобы ты вырезал формочкой. А Еве сделаю, чтобы она скалкой. Скала, да? Да. Будет раскатывать скалочкой. Да. А что она будет раскатывать? Она будет раскатывать. О. Сочни будет раскатывать. Сочни. Да. Сочни. Фарш мы наготовили. Ох, мы пока пельмени стряпаем. У нас там далеко вот на заднем плане тесто подойдет на пироги. Мама тесто наместила сегодня. Сегодня у нас такой день какой-то. Сегодня у нас такой день. Сегодня будем мы делаем... Стряпать, да? Будем стряпать пельмешки, да? А еще что? А еще... Что еще мама будет стряпать? Ну, давай пироги. А с чем? Давай с вареньем. С вареньем? Да. Ничего себе. Ты с вареньем захотел? Мама, мама. Вот, смотри, мама тебе раскатала. Раскатала. Давай, ты еще покатай. Давай, Ева покатает. Ой, молодец какая. Ну вот, надо было ей сразу подать, как бы она раскатывала. Катай давай, дочь. Смотри, мама как катает. И ты также катай. Давай, сильно-сильно. Сейчас, подожди, мы сейчас раскатаем сразу два пластика. Катай вот так, дочь. Раскатывай еще. Сильнее раскатывай. Давай, вот, молодец. Катай скалочкой вот так вот, туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Да, Матвейка нам сделает сочни, и мы пельмешек настряпаем. Да. Сочник. А кто будет сочник-то раскатывать? Мама! Ты будешь вот здесь вырезать по порядочку. Вот так? Да. Сильно-сильно только надо нажимать. Вот так. Ставь. Так. Оп. И хорошенько придавливай двумя ручками. Делай. Ты тоже хочешь? Да. Сильно-сильно так прокручивай, чтобы сочник-то вырезался. Все.
Все, ну-ка. Вот. Немножко не прорезал. А нет, ну прорезал. Нет. Вот такие будут у нас ровные сочни. Все, давай дальше. Так, по порядочку. Так, по порядочку. Сильно нажимай. Вот как замечательно. Как мы пельмени-то настряпаем? Рыбных, мясных. Да? Вот сильно тут вот так вот раз. Тихонько так отделал. Молодец. Ну, помощники-то. Какова красота. Какова красота. Какова красота. Да? В сторонку убирай сочень. Смотри. Вот. Мама. Давай, помощница. Подожди, Матвей. Давай, мама стряпать будет сейчас. Смотри, мама стряпает. Матвей делает у нас уже сочни. А Ева еще скалкой работает. Давай, раскатывай. Катай. Вот, молодцы. Молодцы. Да? Все у нас в пределе. Катай давай. Ты в стороночку только их сюда. Вот, ладно? Аккуратно. Смотри, пельмешек какой у нас будет. Ой, какие у нас пельмешки-то будут? Пельмешки-то красивые, какие мясные, рыбные. Ты это не собирай, нет. Клади это сюда. Это мы потом еще будем делать. Ты пока продолжай делать. Вот. Все. Пельмешек мы его вот так вот завернем. И он у нас будет такой вот красивенький и кругленький. Знаешь, какой? Пельмешек, да, сейчас надо досочку взять. Мама досочку-то не взяла. Раскатывай, раскатывай. Катай на большой скалкой давай. Давай, большой скалкой-то катай. Ох, как замечательно. С помощниками всегда быстрее. Ну, пока ты тут одна. А с помощниками раз-раз и все. Уже мама. И сочни готовы. Да? Мама. Мама. Мама катала, теперь ты катай. Да. Давай я соль уберу, возьму досочку. Теперь ты катай. Да. Досочку-то мы и возьмем. О! Досочку-то мы возьмем. Вот так мучкой-то немножко присыпем. Давай, давай, делай. Молодец. Вот, пельмешки. Раскатывай. Ты раскатывай давай. Чего не раскатываешь? Ты все, перехотела, что ли? Перехотела раскатывать. Да ты моя золотая. Все. Не помогаешь нам? Катай давай. Я так буду. Тут. Вот. Так ты в пельмешек вот сюда, вот в сочень-то клади понемножку. Все. Давай. По чуть-чуть. И мама будет. Давай сама. Вот здесь краешку бери. Немножко фарш убери. Немножко. И клади в сочни. Раз ты взялась. Фартук сняла. Все, не хочешь. Не можем, значит, надо. Вот сюда, в серединку надо класть. Вот, видишь, как ты мне помогаешь. Видишь, какая помощница. Что, ты раскатал уже? Да. Катай давай еще, катай. Толстовато получилось. Так. Вот сюда, в Сочи. Вот сюда, в Сочи. Вроде бы хочется помочь. Нет, аккуратно надо. Смотри, надо вот так. Здесь надо. Вот, вроде бы хочет помочь, да? А получается... Получается, вот здесь-то тоже раскатывай. Все, давай. Все. Где там маленькая? Давай вот сюда. Давай скорее. Все. О, молодец. Вот помогает маме. Еще давай. Мама, все. Нет, еще не все. Еще надо катать. Мама, давай, все. Давай, давай. Молодец. Да. Понемножку клади давай. Давай, все. Ложкой мы не можем, мы уже можем руками. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, там напишут, конечно, руками нельзя. Можно, девочки? Все можно. Главное, чтобы получалось. Могу. Да, можно, давай, клади маме. Добавляй сюда. Вот, вот молодец, сюда спасибо. Да. Хочу тоже добавлять. Ты делай нам скорее сочник. Ты же нам тоже большой помощник. Ты нам такие сочни делаешь. Смотри, как быстро. А мы быстро пельмени стряпаем. У нас уже сейчас вода вон закипит. А я вам все вот делаю. Вот. Ты опять в серединку залез? Доча, клади давай фарш. Во, молодец. Дело пошло на лад. Да? Вот сюда Матвейка складываем, чтобы она... Девочка будет разлаживать фарш. Вот. А теперь куда? Ну смотри,
есть, нет, вот здесь хватит тебе сочинь сделать? Хватает места? Делай. Вот. Ну ты будешь мне разлаживать-то. Давай сюда. Хватило? Сюда клади. Поближе к себе. Не балуйся, не балуйся. Давай. Вот, Ева здесь у нас. Молодец. Водичка закипит. Примешивайте. Мясные вначале стряпал. Сейчас, потому что они настряпаются. Пока они это делают, они устанут. Потому что вот как с утра встали, без устали, можно сказать. То одно дело, то другое дело, да? Матвей, ты делаешь нам сочни? Да. Я не вижу. Куда теперь? Здесь вот делай. Делай, делай, делай. Молодец, да? Все, водичка закипает. Молодец, ты у меня умница. Помощники. Делаем. Порисовали как-то еще так более-менее аккуратно. Сильно не извозили, да? Ничего не заморали. Аккуратная девочка ты? Да. И я. И ты, мальчик, аккуратный, да. Ну, только я замазываю. Стоп. Вот это же класс. Да немножко руки заморал, так ничего страшного. Не сильно. Ты тоже ручки помоешь. Ну, ты взялась раз помогать, так ты. Ложкой у тебя не получается. Старайся, чтобы ложечкой получалось. Учись. Вот. Видишь, как хорошо. Отлично. Отлично, неплохо и быстро. Где? Хоть где делай, самое главное. Тут. Делай, да? Да, молодец. Вот. Тоже силу надо применять, правильно? Я применил. Я применил, говорит. Применил силу, да? Ты давай, торопимся, торопимся, торопимся. Давай. Ой, мама сейчас вот поторопится. Я поторопился. Пельмешек вам настряпать. Ой, вкусные пельмешки будут. Молодец. Здесь делай. У тебя еще смотри, сколько здесь. Делай, да делай. Не торопись. Аккуратно приложил формочку. Прорезыватель. Нет, нет, нет. Прорезыватель хорошенько приложил и вот так. Давай следующую. А то ты торопишься, потом у тебя получаются кривые. Не торопись. Когда устает, уже начинает торопиться. Молодец. Помаленьку положила, да. Давай еще клади. Раскладывай. Теперь. Делай. Ну ты же видишь место, сколько у тебя? Нет, зачем на середину залазить? По краешку мы делаем. По краешку? Да. Сюда клади, как обычно. А у нас здесь такие вот уже пельмешки. Мы их отправляем в кипящую воду, да? И да. Будем ждать пельмени. Да. Да, вот такие пельмешки вкусные. Там водичка кипит, а здесь тесто уже поднимается. Ух, как мы наварим пельмешей. Да. Вот так, вкуснятина. Детям мясные, маме рыбные будем стряпать. Тут еще пироги будут у нас. Пельмешки готовы. Так, ну что, будете пельмешки-то кушать? Да. Только я их побольше сделаю. Да, я немножко вам положу. Понемножку положим. Да. Горячим, подождите маленько. Сейчас вот эти вот выложим. И вторую партию отправим. Так, Евочке немножко так пельмешек. Так, ну еще тарелочку надо взять. Да. Да. Даня. Даня придет, да. Данечка придет. Да. Даня наш придет пельмешки кушать. Нагуляется по морозу. У нас холодина такая на улице-то. Похолодало, хорошо. Так, ну тут придется водички добавлять. Водички-то надо добавить. Мама сейчас себе рыбных настряпает пельмешек. Вот, красота. А эти пельмешки мы не будем варить. Что-то подумала, говорю, у нас на улице-то морозина. Мы сейчас вот так вот закроем и вынесем. Пусть они у нас застывают. Еще настряпаем. Вот, папа у нас поздно приедет. Марина поздно придет. Так что лишнего не надо наваривать. Я хочу вот. Эти сварить.
Мы эти на улицу на мороз вынесем. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Мама. Мама сейчас тоже будет кушать. У мамы там варятся. У мамы там варятся такие вот прям. Ох, какие. Это мы специально так делали, чтобы не смешивать. Ну, правда, один вот такой. Последний что-то забылось. Рыбные. Рыбные будут у нас вареники. Пельмени. Да? Сейчас настряпаем и наедимся. Вынесла на улицу. А потом Даня придет, папа придет, может, Марина. Позже будем варить, да? Ну, вкусно. Молоком-то припивайте. Вот. Помощники так хорошо помогли. Молодцы, настряпали пельмени, да? Мама стряпала, а вы маме помогали. Вы мои помощники, дорогие. Мама, я люблю молоко. И это... А в садике нет. В садике не дают молоко? Дают. Дают? А я его не буду, не хочу. Да. Невкусное, что ли? Это вкусное. Так оно с магазина, что там, что здесь. Мама! Да, мама налила молочка. Тихонько. Мы на этом попрощаемся, видео закончим. Все, вот так вот. Всем машем, всем пока-пока. Огромное спасибо. Заходите на Телеграм. Мы там делились нашими кадриками небольшими, да? Как мы здесь пельмени стряпали, да? Да. Да. Все, мама тут уже кипит. Огромное-огромное всем спасибо, друзья. И до скорых встреч. Всем пока-пока. А ссылки, девочки, я оставляю внизу в описании. Сейчас буду еще заниматься вон, стряпнёй. Пока-пока всем. Тут тесто вон как подошло уже.